Приветствую всех любителей шахмат. Предлагаю вам решить очень непростую, но красивую задачу на мат 3 хода. Белые начинают. Поставьте видео на паузу. Время на обдумывание не ограничено. Белые должны начинать с хода ладья f5. Они угрожают пойти ладья f6 и на король h7 мат ладья h6. Черные вынуждены бить. И теперь ключевой ход. Ладья e6. Существует угроза ладья f6 мат. Если же король пытается сбежать, тогда мы ходим слон d3 мат. Если же король берет, тогда слон c8 мат. Ну а на ход fe слон d3 мат.